На 75-м году жизни скончался известный общественный и политический деятель Максуд Нарикбаев. С 2000 года он возглавлял Казахский гуманитарный юридический университет, будучи на должностях президента, председателя совета директоров, ректора. Добавлю, что трудовую деятельность Максуд Нарикбаев начал на строительстве кормет-комбината в Темиртау. В разные годы работал генеральным прокурором и председателем Верховного суда, а также являлся судьей высшего квалификационного класса.